Доброго времени суток! С вами снова Дмитрий из компании Кирпул Бассейны. Сегодня в этом коротеньком ролике хочу вам показать очередной ремонт пленочного бассейна. Этот бассейн в отделке пленкой ПВХ эксплуатировали 18 лет. Наша задача состояла в том, чтобы обновить отделочный материал в бассейне, так как ПВХ-пленка потеряла цвет, немного выгорела от химреагентов. И еще нам надо было частично поменять оборудование, которое вышло из строя. По оборудованию была замена автоматической станции дозации, замена кварцевого песка фильтровальной установки на стекло. Сам бассейн нигде не тек, просто был потерян внешний вид. Мы считаем, что 18 лет эксплуатации данного бассейна – это нормально. Все, бассейн готов. Мы сдали его в эксплуатацию. Заказали на этот бассейн нормальную солярную пленку, а пока, чтобы было меньше испарений, накрыли бассейн обычной пленкой. Друзья, всем спасибо за просмотр. Кто не подписался на канал, обязательно подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропускать полезные видеоролики. Всего вам доброго!